Настоящие профессионалы своего дела, лучшие педагоги и воспитатели собрались в зале на празднике, посвященном Дню Учителя. Они имеют признание не только среди коллег, но и среди своих учеников. Одна из них Наталья Милунова, учитель химии и биологии. Уже 34 года она преподает естественные науки. Средний балл ее учеников на экзаменах стабильно выше 70. Занимается со школьниками и внеклассной работой. Не раз сопровождала ребят на профильные экологические смены в оздоровительные центры. Сегодня за работу ее наградила глава Самары Лена Лапушкина. Ну, во-первых, это быть человеком. Это первое. Уметь видеть детей, понимать их в обязательном порядке, потому что дети разные и каждый индивидуальный подход. Нужно быстро сориентироваться, что сказать этому ребенку в сложный момент. И, конечно же, поддержать его, когда у него какое-то торжественное мероприятие. Всего на торжественном собрании в честь Дня Учителя в Самарской филармонии глава Самары Елена Лапушкина наградила 8 педагогов благодарственными письмами и почетными наградами. Я вас всех, абсолютно всех, и ваши коллективы поздравляю с профессиональным праздником, с Днем Учителя. От души желаю каждому из вас здоровья и счастья. Пусть у нас будет мир, доброта и, конечно, наши благодарные ученики, которыми вы будете гордиться долгие-долгие годы. С праздником, друзья! Награды учителям вручил и председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев, а также представители регионального министерства и городского департамента образования. Для учителей и воспитателей подготовили и праздничный концерт. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.